Привет, народ! И это For Honor. Да, это закрытая альфа. For Honor, ребята, была какая-то первая там стадия, это закрытая альфа. Я на нее, к сожалению, не попал. Очень-очень грустно. Попал на вторую, мне написали имейл, сказали: Евген, го играть будешь, это, тестить. Я такой: ну ок, да, давай. И мы сейчас тестим, ребят, с вами закрытую альфу. И у нас тут есть три выбора. Игра пока на английском, она будет на русском релизе. Опять же, это закрытая альфа. То есть то, что мы видим сейчас, не обязательно вообще в игре будет. То есть это просто демонстрация. Она просто предупредил, чтобы... Это не финальная оценка, я не буду носить какой-то вердикт, что типа, ок, игра огонь или не огонь. В общем и целом, может быть, что-то как бы предположить, но не более. Не более. Любой, кто, я считаю, по альфе, как бы уже... говорит, что вот такая будет игра, немножко ошибается. Вот если это была бы бета, я бы тогда сказал, ну ок, да, это, скорее всего, уже финальный вариант. Потому что тут видно, что текстуры некоторые не очень, я просто уже зашел. Видно, что можно сделать больше. Блин, тут выбор из трех фракций, я даже не знаю, кого выбрать. Тут сказано, что как бы это не влияет на геймплей, какого героя ты выберешь. Ну, как бы, ок, ладно. Викинги у нас любят рейдерство, ребята, они любят рейдерские захваты. И гавкать в камеру тоже. Самурая из мира, из гражданской войны вышли, а рыцари Эшфилда, как бы очень такие сильные, мощные. Давайте мы поиграем за... сложную. Ай, давай за рыцарей. Я люблю рыцарей, я с детства их любил. Смотрите, тут можно геральдику себе сделать, и даже разная форма щитаю. Тут есть рандомайзер. Что подходит рыцарю? Вот, это нам подходит. В принципе, видите, бэкграунд можно менять, цвета, трансформировать. Видите, так тут можно вот эту штуку тянуть. А можно ее вообще убрать нафиг? А, смотрите, ресайзить. То есть можно ее вот так вот сделать, можно вот такую. Давайте, вот, кажется, это как бы оно. Это как-то больше. Видите, вперед, например. Так хорошо. Вот, типа это вперед, а можно назад переместить. Эти символ номер 3. У нас здесь это получается какой символ? Вот этот символ. Цвет, например, хочу здесь... Не знаю, какой крест будет более актуален, как вы думаете, ребята? Красный, кроваво-красный, как будто кто-то харкнул кровью. И можно еще outline сделать, это вот окантовочка. Пока такая, интересно, в финальной игре будет больше или нет. Вот это выглядит так готичнее. Отлично, меня устраивает, погнали. Конферм, не очень люблю геральдику, ребята, но... Я вам ее показал. Режим тренировки. Ладно, пошли тренироваться. Насчет Игромира и прочего я расскажу в отдельном видео, и я просто увидел огромную вашу нужду, ребята, в всяких мнениях, потому что меня часто спрашивают, что ты думаешь об этой игре, той игре. Я как бы это дело бросил отчасти, потому что я все-таки, черт тебя, стал не обзорщик, а именно прохожу игры, поэтому про обычное мнение высказываю по мере прохождения. Я понял, что ты от меня хочешь, я другое хочу понять, смотри. Он перекладывает меч из руки в руку, это... Блин, это выглядит очень круто. И анимация. Посмотрите, давайте посмотрим на анимацию вообще его аутфита. Как все двигается. То есть у нас есть физика, видите? Физика кольчуги, физика тряпки, плаща. Физика всего. То есть видите, сразу вся, он весь двигается. Это активная физическая модель. Мне очень нравится. Посмотрите, вот это, видите, она колышется. Очень круто. Нет, серьезно. Горда, держим горду, чтобы быстро отпустить... А, понятно. А, вот так переключаться. То есть ты как бы горду держишь, при этом переключаешься. И использовать так. Это направление, где как ты горду ставишь, наверное. Вот верхняя горда, слева горда, справа. Ну, такое. Вот, а снизу нету горды? Не, снизу горды нет. То есть ты выбираешь все время. Так, хорошо. Блокировочка. Вот так у нас блочить можно. И видите, тут указано, видим, как он нападает. То есть он бьет слева. И мы держим вот это левое. Он сейчас собирается бить справа, и мы это видим. Интересно, вот а в мультиплеере это будет показывать, что, типа, противник намерен ударить справа? Ну, красное это, наверное, да. И вот так происходит дуэлька. Но это, опять же, тренировка, она немножко медленная. Нам, собственно, пока еще не показали, как это дело будет происходить. О, смотрите, быстро пошло. То есть, видите, вот так, видимо, это и будет работать, то есть он следить в дуэлях, как это будет. Я сейчас немножечко такой вареный, потому что я и устал рано и все такое, так что если я, ребят, машню, молясь, вы, ну, поймите меня правильно. Что-то звучит очень жалко. В общем, в следующий раз будет лучше тогда.
Понимаете, ведь игра вышла, Евген, отдых, какой отдых? Евген не знает такого слова. Так хорошо, используйте, а потом нажмите. Опа-на, как я умею бить. Нужно бить там, где у нее нет защиты, ясно. То есть, получается, вот так-то и работает, ребята. Еще что ли? Мне мало? Давай, выходи на меня, тварь. Мразота. Давай, дай мне. Я не понимаю, почему я не ударить не могу. А, все, сорян, не то делал. Я ступил, молясь. Давай сверху. Ну, расчлененки пока не видно, честно. Вот, и я как-то ожидал, что кровяки будет побольше, рыцари превращаются вот в такую тушу. Графика пока оставляет желать лучшего. Графические настройки есть в игре? Нет, пока их нету. То есть даже графических настроек в игре пока нет. Я думаю, что на текстурами ведется работа, потому что это все выглядит круто, но... Меня вот смущает этот труп. Смотрите, насколько... Черт, Вася, сейчас скажете, я вономаз, но, блин, полигонов-то маловато. Текстурки 93-й год. Ну, то есть, нет, если серьезно, могло быть лучше. Могло быть лучше. Пойдем. Топ. О, смотри, как я умею. Опа, как я умею кувыркаться. А с мечом что... А как меч через голову пролетает? Дай-ка я просто... Ну, оно кладет на землю и, по сути, подхватывает снова. Я могу в любой момент бить мечом. Круто. То есть не только из стойки, я могу просто подбежать к противнику, типа... за Тагилы! Удар нанести. Так, хорошо. В точке захвата убить всех врагов. Естественно, это обучалка, поэтому может быть казаться немножко нудной. Я заранее предупреждаю, чтобы вы не думали, что типа, вся игра нудятина. То есть я сейчас тоже согласен, немножечко такое. Черт возьми, сзади! Мужчина с мечом подошел ко мне из-за угла. Он гопнул меня. Все. Захват! И крики прикольные, типа крики. То есть будет мультиплеер выглядит, скорее всего, примерно вот так. И там кто-то палит. Ой. Здравствуйте, я Геральт из Риви, и это вид с моего балкона. Да. Такое. Мне нравится. Это выглядит круто. Мне кажется, да, в этом даже есть какой-то эротический подтекст. То есть, понимаете, это настолько сексуально. О, там махач, идем. Давайте поучаствуем. А, меня научили. Я уже умею кувыркаться, игра, спасибо. Так, на солдатах лочиться нельзя. А, понятно, то есть с рыцарями как бы драться тяжелее. Видите, они меньше, они солдаты, но их брони меньше. Чтобы их убивать, нужно нажимать LT и потом... Я играю на ПК, ребята, но с контроллером в руках. Потому что, мне кажется, в такие игры только и надо играть. Ой, сорян, мужик, я не хотел тебя, я других бил. Как, контроль фронта. Это то, где солдаты закрепляются. То есть, видите, солдаты наши держат вот эту вот голубую линию. А чего я машу мечом-то во все стороны? Может, мы зайдем уже за угол? Кстати, мы просто их прорубаем. Но я как рыцарь, я очень тяжелый класс. То есть, я думаю, самурай должен быть полегче. Да и викинг тоже. То есть, у меня получается, что как класс я сейчас мега тяжелый. Поэтому я двигаюсь просто как черепаха в крайзисе. Я такой же медленный. Я порублю их всех. Мужики! Мужики, уйдите, у меня меч очень большой, я могу вас задеть. То есть, получается, рыцарь вот на поле боя... Знаете, мне Titanfall напомнил, где есть мобы, которые дерутся как бы на поле боя. И есть ты, который машешь огромным мечом. Так там это не меч, а автомат какой-нибудь, потом титан свой. Естественно, здесь титан, какой-нибудь монстр, дракон там. Я знаю, что нам не обязательно это было делать, а ну какой же это был секс? Немножко медленно. Я хочу другие классы потом проверить, ребята. Потому что я чувствую, что разница-то быть должна. И, скорее всего, может быть, мечи разные брать. То есть, я думаю, что... Так, это что? Это чтобы двигаться. Ну, блин, ок, я как бы понимаю. А, то есть можно доджить. Если рыцарь быстрый, можно его доджить. Вот так-то и работает, мужики. Вот так это и Ой, еще один. А это что? А, чтобы...
А, можно пробить его броню. Таким образом. Вот, давай еще. Давай, и еще. Давай, и спам прием. Я думаю, в мультиплеере все вот эти спамят. Это просто самый вот такой спам прием. И давайте я по кругу побегу. Победный танец рыцаря. А-та-та, а-та-та, как в атаке титанов, а-та-та. Продолжить изучить больше. Мне заплатили деньги, ребят, 1500 рублей. Блин, смотри-ка, мне за обзор уже заплатили. Все, ребят, обзор проплачен. Вы поняли, все проплачено. Евген скатился, он платные обзоры делает. Ему уже на экране пишут, вам заплачено за... Ладно. Так, хорошо, дважды нажать... Как, а как ты хочешь? Так, что ли? А, типа, я могу сделать, как, знаете, раньше была тема с бородатыми мужиками, которые... не дабстепать, другая тема была с этим. Бородатые мужики по улицам ходили, топтали землю. То есть у меня такое... Блин, ну один против толпы, это вообще что такое? Что-то мне реально некомфортно, честно говоря. Месть! На самом деле, бои должны быть довольно медленные, чтобы тебя не ранили. Но меня немножко, опять же, напрягает но то, что эти два бота меня жестко штурмуют, честно говоря. Меня вот это напрягает сейчас. Чё-то меня просто зарубили. Ну а вы что хотели? Двое, блин, на одного. К тому же я блин, рыцарь. Попробуйте снова. На Dark Souls чем-то похож, так Dark Souls-то все-таки помобильнее. А что, сейчас заново начнется или что сейчас будет, мне интересно? Я не очень понимаю. А, ясно, да. С этого момента. Ну, прикольно, ну давай, все, рыцари зашли. Не держим. А, да и двойной мог наносить. Вот, серьезно. То есть они сейчас дерутся, как я. Это не тренировочные болваны, которые будут, скажем так, меня жалеть. Это именно уже серьезные рыцари. Да, учимся. Да блин, ну как-то не везется. Надо от них отойти, мне кажется. Dodge Roll сделать. Ну-ка, отойдем. Просто мне не нравится, что они меня понесли, они меня прессуют немножечко. Причем вдвоем это делаю, то есть вдвоем мне драться. Мне понять, мне вдвойне тяжелее. Мне кажется, это вообще несправедливая обучалка. То есть, блин, двое на одного. Ну, в такой-то игре, в обучалке, к тому же. Я понимаю, что там в реальной игре могут быть всякие ситуации, но, блин. Да, я не смог Я не знаю, почему я не смог сделать пробивание, честно говоря. Ладно, нафиг, все, давай, бей! Минус один. Держи! Ой! О, это наш! Это наш мужик! Пожалуйста, помогай! О, наши пришли! Ура! Ребята, валите! Валите, я... Ой, черт возьми, я сегодня уже натерпелся. Сейчас я дважды жму, у меня привычка очень плохая. Ой, черт, я меня снова зарезали. Это, к сожалению, это бота. Можно просто закончить практику, потому что я хочу реальный бой. Можно мне это мой гер? А, как я и сказал, можно настраивать снаряжение. Мне надоело, можно я войду с реальными людьми сражаться, где будет тимплей и так далее? Потому что, ну, понимаешь, я здесь дерусь, как бы, скажем так, с ботами. Вот есть здесь мувсеты, то есть видно, как драться. Хотя мне даже не дают прочитать их, потому что меня сразу начинают прессовать какие-то... Какие-то местные гопники. Я чувствую, к другим рыцарям, к нашим парнягам спуститься, на самом деле. Мне кажется, это намного логичнее, чем пытаться одному справиться с толпой. Тут нет хилок или чего-то подобного, или здесь такое правило как бы сильное. Ой, лол. Давай, отойди. Я пытаюсь понять, где наши мужики-то? Где они? Они там? А, по-моему, наши тут. Я отбегу к ним, я не смогу удержать точку. Продолжайте практиковаться. Может, вот так нажать? Нет, не то. Вот так. Так, нажмите это и потом LB, чтобы закончить практику. End practice. А, ну окей, давай, ну и к main menu.
Ну ладно. Просто я сейчас не очень понимаю, что происходит. То есть игра в альфе, и вообще очень мало что понятно. Над, видимо, он есть, это хорошо. О, наконец-то эти графикс. О, наконец, что твое? Так, субтитры пусть будут. Посмотрим вообще, что есть. Можно играть на клавиатуре, ребят? Да, можно, я знаю. Как бы спросите, Айвен, что ты не играешь на клаве? Дайте графику посмотрим, Advanced. Конечно же, что можно. У нас качество экстрима, ну, все на максимуме стоит. Environmental, детали, height. Все стоит на максимуме, ребят. При этом стабильные 60 FPS. Но игра при этом выглядит не особо. Я должен честно сказать, что выглядит игра ну так. И она сейчас идет в режиме окна. Ну ладно. Так, подсказка. Мультиплеер Фуронова требует минимум 30 постоянных FPS. Если у вас будет кидаться ниже, чем 30, вас могут просто кикнуть. Ну, естественно, для честности. А то получится лаги, и получится, что ты по полю перемещаешься вот... И это плохо. То есть, ну пока... Дайте приказы. Что у нас есть? Дуэль Триумфа, А, можем взять что-то, видите? Убить 400 типа испытания. Типа испытания. Как я помню, где такие... Вот таких титанов можно было брать такие. Да, дуэль и есть доминион 4 на 4. Есть дуэль 1 на 1, ребята. Что еще есть? Так, хорошо. Ну, давайте доминион. Хотя у нас только что был доминион. Давайте дуэль 1 на 1. Хотя у нас и то было. Private play versus play. Medium. Активность по миру средняя. А больше информации что означает? Значит, дуэль у нас есть, драться с оппонентом. Игромир, кстати, был утомительный, я просто сейчас не хочу спойлерить, я хочу, чтобы все было отдельным видосе, но был утомительным. То есть, я даже не пошел на другие дни, я пятницу вот побыл и все. Пять, четверг, можно было на остальные дни, но... О, смотрите, тут есть, видите, разные классы. Есть Ворден, это тот, с кого я играю, Страж, есть Завоеватель. И здесь написано адаптируемый, так, простой. Здесь... Бьет тяжело, сильная защита. То есть это еще более тяжелый рыцарь. Или то ли мы за него играли, я не знаю. Не требуется, что еще не требуется. То есть не обязательно, или как это? Есть Берсеркер, Рейдер, есть Кенсея, Урочи. Ну, в общем, по сути, получается, вот это все какие-то средненькие чуваки. Ну, кроме вот этого. А, это все... Получается, вот это легкий, это легкий, это легкий, это тяжелый, это тяжелый, это Урочи, видите? Они одеты по-разному. Давайте возьмем самурая, я хочу за него. Суть та же, тут сказано, что геймплей не меняется. То есть суть та же, они просто выглядят по-разному. У них разный гер, разное снаряжение. Какой-то Шиммера со мной будет драться. Шиммеру шоу! Давай, Шиммера. Шиммера, я твою Шиммеру знаешь, куда тебе натяну? Ждем. Загрузка. Офигенно. Сложно что-то говорить об игре пока что. Лучший из пяти. Ладно, пойдем драться. Ой, здрасте. В каком мире самурай может драться с викингом? В какой, блин, вселен... Ой, ой, лол. Ай, больно. Чё ты меня бьёшь сильно так? Чё-то мне кажется, что... Да. Шиммер меня убил. Мне кажется, здесь надо просто нападать, потому что он меня заспамил атаками, то есть я даже блочить не успевал. Ну так, такое. Логично. Раунд 2. Раунд 2. Все, давай. А почему мы деремся, кстати, на севере? Я думал, что... Почему он главный, как? Почему я на его земле? Сюжетку игры я пересказывать пока не буду. Я не думаю, что это много смысла. Ай, 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 блоч, блоч, блок, give it block, отблок. Ну, блин, что я его... Почему он только меня пробит? Я пытаюсь его пробить, ему пофиг просто. Я не знаю, это баг какой-то. Что не так-то? Или у меня ближний бой, типа, что он может далеко бить? Наверное, вот дело в ближнем бою. Что-то себя... Мне стыдно даже, то есть я вроде делаю все как обучали, но при этом у меня ни хрена не выходит. Это галер, ну ладно. Запивай, моряки! Врагу не сдается наш юный моряк! Давай! Ой, ой, ой! Ай, да блин, он устанет когда-нибудь-то, я задолбался дожить эту пидорасину. Кажется, я особо... Да! О, черт, я экзекуцию мог провести. Я не знал, что такое тут есть. Я такой устал, видите, типа. Смотри-ка. Первая победа. Я, кажется, понял. Тут прикол в том, чтобы отбивать атаки, противник устает. Ты его просто спамишь атаками, забиваешь насмерть. То есть тут весь прикол, кто сможет отразить атаки. Ну, забавно. Нет, интересный геймплей, честно говоря. Я знаю, что есть вот эта игра... Не помню, как точно называлась. Про розыш... Ой, черт тебя, нифига себе. Нифигушеньки. Ну иди-ка, иди сюда.
Чё-то Азимон он отдохнул, все. Сейчас все плохо? Ну-ка! О, сильно! Видимо, сильно не блочится, как я понимаю. Ой! На самом деле требует внимательности. Очень тяжело. Ну, как бы не очень, но так. Я не знаю, как это описать грамотно, но... Может, я не умею описывать, мне русский не родной, ребята. Запомните это. И, короче, как это описать? А, как бы это выразить? Это не сложно. Это не столь сложно, сколько утомительно. То есть ты должен... держать оборону. То есть схема понятна. То есть не то, что я сейчас проиграю. Я не знаю, я просто устаю оборону держать. Мне начинает надать, мне хочется как бы порубить немножечко, а тут не такое нельзя. То есть игра, я должен сказать, такая, знаете. Я ожидал, что больше будет рубилово. Я ожидал, что мы будем кромсать. Но кромсать пока вот что-то нет. Мне кажется, доминион это больше кромсалово, потому что тут несколько игроков. Давайте в доминиончик тоже. Под доминионим. Опять 60 FPS стабильно, максимальных настройках. Видите, очень все играют доминион, то есть там было средний активити, а тут very high, то есть все играют в это, ну круто. Я думаю, будут еще режимы, то есть, ну стандарт, там захват флаг, захват крепости будет, то, что там показывали на E3, ребята, очень интересно, очень хочется. И мне кажется, для такой игры подходит контроллер. Я уверен, на клавиатуре тоже вполне будет играться адекватно, но я даже попробую на клавиатуре поиграть, ребят, чтобы дать тоже какую-то оценку. Выглядит очень хорошо. Не, мне нравится, ребята, это очень все интересно. Вам, ребят, как, пишите в комментарии. Кстати, подписывайтесь на меня в социальных сетях. Я буду проходить игру в феврале, когда она выйдет. Так что не упустите свой шанс. Я буду проходить ее, скорее всего, раньше, чем многие. Потому что вы на канале Евгений Рус, ребят. Это эксклюзивный канал. Здесь только самое лучшее. Самое лучшее. Самый секс. Тут только секс на канале. 18+. Голые женские подробности. Ладно, что-то я переборщу. У нас такого нету здесь на канале. У нас семейный канал. Можно смотреть его с мамой, с бабушкой. Очень прикольное у вас управление. Блин, мне интересно. Смотрите, какого черта у нас тут very high activity? При этом, где игроки? Почему... О, смотри, мы коннектимся. Вот просто я сейчас сижу, блин, это называется high activity. High activity, это когда я захожу и... Ой, блин, ударил рус. Когда зашел и... Я не знаю, как сделать, чтобы хлопок был, я не умею. Чтобы и сразу бабах. Сразу activity. Ну давайте викинга возьмем. Мы не можем кого-то легкого взять? А, не not recruited. А, значит, не нанят. То есть нельзя. Я возьму викинга. У нас есть rush способность, вот это. То есть они все по умолчанию выбраны. Ясно. Что руки как болят после такого удара. Так, а я... Где здесь ставить галочку, что я рейди? Где? Что-то мне... Не по... А, так. Все, ясно. Так, тут еще два бота. Мне это не нравится. У меня просто вопрос, а где, блин, ваша активити? Почему... Ну вот я вижу только у Сучилова зелененькое и у меня. То есть это потому что я хост или как это вообще? То есть я сейчас не понимаю, например. Походу, что-то все играют за викинга в той команде. Я, Рубикинг, походу, имба, ребят. У меня что-то такое чувство, что викинг будет имбой. А, понятно, то есть... А, коннекшн тут указан. То есть они подрубались еще. Но чувак, вот это не очень. О, смотри, тут атака пошла. Ну-ка. Кого зарубить? За Россию! Убейте всех. Давайте, нетипичный подход. Идем на точку С. Типа, я всех обманул. Многоходовочка. Сейчас сюда еще один чел придет, я обещаю. Я такой кувырнулся, блин, нифига себе у меня. Сучилов, это ты? А, ты нормальный. Че там сверху кто-то прет? Сучилов, давай за... постой, Сучилов. О, это враг! Черт возьми, я думал, это свой. Что-то я не знаю, не понял. Как... А как различить-то? Где написано? По цвету иконки? Походу, да, кстати. Ой, их двое. О, ребят, нет! Я ухожу! Меня убил бот! Что? Вот ж холера, а! Вот ж холера, блин! Мне не нравится. Мне не нравится, что меня убил бот. Я чувствую, мне стыдно. Где мои мужики-то были? Где они были? А, смерть идет. Ну давай, смерть, поехали. Чувак, сзади, сзади! Я убью его! Не сыр! Сейчас я такую шурамуру ему, я такую лапшу японскую ему наверчу. Да, плыть!
Я такую, смотрите, какую лапшу я ему сделал, а? Как тебе твой рамен? Поел бы, раз? Чё-то возьми, это наш? Ой, чё-то, я чё-то не прыгаю. Так, ревайв, и ревиву делаем. Все, ревиву сделан. Так, где? Очень весело, ребят, первое впечатление, боже мой, я хотел это мое. Мужик, иди сюда. Чё, давай, моряк, моряка, вид издалека. Я протараню его. Что-то, почему не получается, лол? Почему он не таранится? Я не понимаю, почему они меня легко так таранят, а я их не могу. Мы что-то прям навалились на этого Брингейта, и он вообще неубиваемый. Какой-то вообще стрёмный. Нифига, как? Он что, раскачанный? Как так-то? Как он нас убил? Мы его, блин, втроем молотим, а он нас взял и раскидал. Что это такое было? Мне еще предстоит понять эту игру. То есть пока что я некоторых вещей не понимаю, как вот, не знаю, тут уровни, что где подписано. Пока как бы все это есть, но не совсем понятно, где это. И, то есть ты смотришь на картинку и видишь только самое основное. Мне кажется, как бы геймплей здесь глубже, чем вот то, что мы видим, но нужно время, чтобы, понимаете, освоиться. Мне кажется, реально тут нужно время на освоение. Но здесь самурай такой половчее будет, да, это видно сразу. Самурай, видите, он половченко, типа, ать-ать-ать, то есть я бы за ловкий класс играл, тяжелый это не по мне, но по умолчанию здесь дается тяжелое. Ну чувак, ну чё ты под руку? Ладно, это моя цель. Это что он, блин, сделал? Я не знаю, походу метнул в меня чем-то. Ну, добить можно? Можно экзекуцию какую устроить? Не, нельзя, к сожалению. Где тут? О, наш, это не наш, это Сучилов, который сучар меня грохнул. Сейчас сзади меня потрескают. Может, меня зарежут, но я умру смертью храбрых! Отступаем. Ретрит. Да, на землю этого гаденыша. Сучило! Блин, меня сейчас зарежут! Ой-ой-ой, глушили! Я, походу, в режим смертника врубил. Ха, я китароих раскидал, ребят, вы это видели? Я просто как настоящий, блин, Рэмбо троих раскидал. И давай, кувырок в эту честь. Ну, лечимся. Видимо, мы лечимся, когда на точке, что ли, стоим. Прикольно. Но лечиться нельзя. Видимо, есть способ. Очень весело. Нет, это круто. Так, нам нужно реабилитироваться. Видите, ребят, мы отстаем. У нас тут буст идет. А, понятно, здесь, видите, защита. А, понятно, тут какой-то буст все-таки есть. Ай! Ой-ой! Больно бьешь, начальник! Ай-яй, откат, откат, откат! Сбежать очень трудно. Практически невозможно, потому что ты изранен, ты как бы еле бежишь. Черт, а он еще и ржет надо мной. Вот ж паскуда. Потеряно. 100 PC, 100 поинтов. Пока что система поинтов не совсем понятна. То есть, может быть, они тратятся на покупки, может еще на что-то. Пока не ясно. Пока вижу многие вещи, которые не понимаю. Но это все вопрос времени. То есть ты играешь первый раз, ты не совсем еще в теме, но тебе при этом интересно. То есть я примерно так себя сейчас чувствую. Вот тут арена была какая-то. Помните? О, левел. О, прикольно, левел ап. Мужчина, здравствуйте! По-моему, вы зашли не в свой двор! Езжайте в Англию! Ой, черт, своего. А тут есть friendly fire, что ли? Прикольно. Он отступает, он обосрался, он чувствует. Как к нему приближается дыхание смерти! Черт, чуть-чуть. Мужики! Так, мелких мужиков надо перебить. Ай-ай! Видите, меня давайте потасуем. Ну как, давай. Мы такие крутим, давайте. Танцы с топорами. Я такой, типа, танцую с топором. Танцы с топорами, давай! Сейчас, о, черт возьми, нет, этот танцевать не хочет. Я его забил до смерти в прошлый раз. У него обосратушки сейчас.
Так, ой, черт, сбежать, как я говорил, очень-очень трудно. Очень, нереально практически, за тяжести как бы. То есть ты как бы драться на армуще, даже двоих можно блочить, но сбежать это все. То есть нужен кто-то еще, если они отвлекутся, то да, ты отбежишь чуть-чуть, они тебя уже не догонят, как бы так быстро, как, может быть, хотели бы. Но они побеждают сейчас, то есть, видите, защитники голубые побеждают атакующих. Стойте и деритесь! А это что значит? То есть мы бы еще все живы, но респауна, значит, не будет, потому что у них полный захват. Чуваки, го на точку! Мы просто, понимаете, мы так ничего не добьемся, если будем бегать. Ай! Да, вдвоем мы раскидаем! Все, ребят, мы возвращаемся. Атакующие, видите, восстановились. Эй, иди сюда, мужик. Че, он не хочет, по-моему. Че-то стоит топчет, там бочку мне что-то хочет. Или они меня обходят сейчас как-то. Давай, дуэлька. Ой, черт, их двое. Лол, я попал. Ой, я попал на такие шиши тут. Нет, тут только умирать уже осталось, ребята. Кто-нибудь спасите! Блин, они что, не умеют больше никак, кроме как с левой бить? Мы можем отомстить! О, черт возьми, все, я сломался без респауна. Я не знаю, я просто повелся на ревенж, повелся на отместку и подумал, что я сейчас ревенж врублю, они все сольются. В общем, двое остались, можно за ними следить как-то? Да, можно. Так, хорошо. Вот это один из наших дерется. И походу вдвоем будет. Ну, за викинга играть тут, должен сказать, прикольненько. Ну, правда, за тяжелого мы играли, мне за легенького хочется уже так сыграть, проверить, как оно играется. Пока что, ну так, интересно. Очень интересно. Против ботов играть, конечно, очень скучно. Но я имею в виду то, что мы на тренировке были. Это вот это секс. Это самый суп. Вот это все и будут играть. Тут два интересных момента. Сюжетка раз, которая здесь не представлена. Два, это мультиплеер. Вот это вот Рубилова, Месилова. И мы проиграли. Но мы держались достойно. Знаете, красавица держалась до последнего. Красавица держалась, но обосралась. Поэтому, ну, неплохо так. А реводы какие? О, смотри, лут. Это чесалка для ногтей. Для ног. Так, четвертый уровень. Тату с вороном. Круто. Ну, черт возьми, обмажусь этим тату. Можно мэп воут? А какие мэпы есть? Доминион? А, ну понятно, все эти Overwatch. То есть у каждой фракции своя карта. Ну, логично. Так, а можно я теперь с Клаву попробую? Мне интересно, что у меня получится. Давай-ка я попробую с Клаву. Я передумал, ребята, это выглядит... Ну, на контроле это все проще. Смотрите, почему. Я вам сейчас объясню. Смотрите, сколько кнопок, получается, вам требуется. То есть у вас есть тяжелая и легкая атака, это раз... Переключение на цель — это вообще отдельная кнопка. Режим лока — это вообще отдельная кнопка, которую нужно держать. То есть, ну, как бы круто. Гардить слева, справа, сверху тут не написано. Ну, наверное, мышкой можно. Ломать гарду средней кнопкой мыши. Отменить колесиком. Экзекуция не настроена. И есть месть. Ну, давайте попробуем, на самом деле. Я не думаю, что тут очень все. Давайте попробуем. То есть тут динамичное переключение. Взял, включил одно другое, так что... Опять Доминион. Плей. Да игра, чё тянуть-то? Чё тянь? Это, видимо, если ты не уверен. Типа, чтобы... случайно зашел. Всякое, типа, бывает. Мне нравится это вот такое подтверждение. То есть бывает, зашел куда-то просто... кликнул, там, мискликнул, и сидишь потом, ждешь, пока прогрузится. Правильное решение. Хотя тут прогрузки нет, и я такой неуверенный в этом плане. Зачем? Зачем вводить вот это зажимание кнопок? Я не успел выбрать, буду за рыцарь, походу, играть. Я снова атакующий. Ну, что же за холера такая? Хотя разница небольшая, что атакующий, что нападающий. В принципе, разницы нет. То есть, вы все равно деретесь, и вся суть в том, чтобы драться. То есть, о, новая карта. Ну, давай, пойдем. Постой, нет, я же обещал. Мы играем на клаве. Ой, с моими, я кто-то нашел. Почему, рыцарь женщина? Серьезно? Круто.
Так, это такой удар. Это тяжелый, это легенький. А лочится-то как? Лочит так, лочится я пока хэзэка. Держать контрол, чтобы лочиться. Блин, так, я к этому не готов. Плес, не бейте. Плес, я еще как бы не настроил себе. Я не был готов. Так, лок-мод, вот так давайте. И кувырки как будем делать, роллить и доджить. Ну, вот так. Я просто левша, я играю на стрелках, если что. Просто, чтобы вы не думали, блин, что у него такая раскладка стрёмная. Я иначе играть не могу. Понятно, мышки вот так доджатся. Удобно ли это? О, там у меня контроль одновременно вибрирует. Смотрите, что с происходящим. Удобно ли это? Ну, вот не знаю, видите, вот сейчас я, например... Погоню! Лол, меня взял, спихнул. Так, так можно, что ли? Он упал, похоже. Что-то. Ну, его странное ощущение. Честно, контроллер мне был намного... Скажем так, сподручнее она игралась. Но, честно говоря, мышкой переводить, вот, блочить очень удобно. То есть, первое впечатление, что мышкой... Ой, все. Это ой, все. Мышкой блочить... Ну, а что я могу сказать? Я чуть-чуть поиграю, не хочу себя дальше насиловать, извините. Удобно. Интересно, но при этом контроллер я предпочту в данной игре. То есть вот контроллер очень хорошо здесь оптимизирован, прям чувство есть игры и так далее, вибрации и все такое. В мышке вибрации, например, нету. Я всегда играл на ПК, с детства ПК игрок, ребят, то есть не думать, что я с детства у меня там консоль мажорная какая-то. Нет, у меня в детстве вот консоли не было. Но с тех пор, как я стал часто играть на геймпаде, я реально ощутил преимущество. Могу сказать, что в этой игре хорошо будет играться с тем и с тем. Если вы очень хороший игрок на клавиатуре, ну, что, скорее всего, так и есть, то вы вполне ощутите. Если у вас есть геймпад, то тоже можно играть. Я бы сказал, даже паритет здесь идентично. Просто идентично. Так, у нас зона Б не захвачена. Ну-ка. Кто-то бегает. Ну, я не знаю, наверх по лестнице подниматься, а нас спихнуть могут, ребят. Может, нашим мы парнягам поможем, а? Хотя, по-моему, здесь нет нужды. Там один кто-то был. Но он, играется он на контроле очень хорошо. Видите, тут прям помечена точка С туда. Нравится. Нет, выглядит очень хорошо. Антураж, вот как все оформлено. Ну, мы играем с какими-то просто зверями. Смотрите, они как они... Нас всех, и всех тут прессуют. Level up. Кстати, у каждой фракции свой отдельный level up. В этой игре, блин, тупо исчезает довольно стрёмно. Просто взял, испарился. Это некрасиво выглядит, как по мне. Где враги? Лол, где? А чё, он пробежал просто? Он взял... Ладно. Странный... Мужик! Я понимаю, что у тебя по своим делам, но нам драться как бы надо. Окей, мы с тобой можем... Устроить это кикушки большие. Вот что-то я нахвался на троих из вражеской тима. Мужики! Помогите! За мной ведьма гонится! Что-то они спустились, они даже не пытаются со мной. Ой! Ой-ой! Меня сейчас затравят, блин, это травля! Я должен сбежать! У меня нет выбора! Чё-то наш бежит. Чувак, помоги. Давай мы стоим вдвоем этого норчера завалим. Окей. Вдвоем, кстати, у них шансов очень мало победить. У одного мало шансов победить двоих. Вы видели, как я раскидал чуваков, но это, опять же, скорее исключение. Так, понятно, значит, у нас теперь гонение на них. То есть побеждаем мы набрали очки. И теперь мы выиграем, как только убьем их всех. Где же ты, мистер Макс? Где чувак? А, не прячется. Ну, блин, врежь ему. Это у меня респаун остается. То есть я могу до сих пор, знаете, взять воскреснуть ненароком. Что твои. Ой, черт, нет! Все равно меня рубанули. Мы еще можем, как я понимаю, они могут себе еще вернуть превосходство определенное, но. Как бы шанс мал. Что-то... Нет, это серьезно, это мощный геймплей. Это хорошо. Так, убить их героев.
Но убийцы героев это оно и есть. То есть мы убиваем, мы как бы мы герои атакующие, они герои. Героя защитника. Сейчас получается. А, получается, они отбиваются, и они могут дальше продолжать матч. Теперь наоборот, ребята. Преимущество у них, то есть теперь мы респавниться не будем, ребят. А мы не можем. Блин, почему я не могу пробить его, что самое. Мне непонятно. Почему я не могу пробить им броньку, они мне могут. Стрёмно даже. Ой-ой-ой, как больно! О, нет. Нет, он меня пробил. Ну и было... О, красиво. Это кто победил? А, нет, они... Смотри-ка, они нас просто раскидали в последний момент. Естественно, я сегодня выиграю хоть один раз. Но я держался до последнего, ребята, вы видели. И Геша сражался как зверь, как тигр. Как обезьяна на авиаканала. Пожалуйста, не спрашивайте, зачем обезьяна на авиаканал. Просто так. Просто потому, что хотел перемен. Ребята, давайте мы продолжим в следующей серии, еще поиграем. Сюжетки здесь опять же нету. У нас пока есть вот это вот. Ну, и как бы намек на то, что, эй, чувак, ты закажи Gold Edition, заплати 1004. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Можете ставить лайки, подписываться на канал, также делать репосты ВК. И до скорого, всем до встречи, чуваки. Нас ждет крутота, крутые рыцари, убийства. Самое вот оно, просто такая жарища. Мне нравится. Это в детстве мне этого не хватало. Блин, я хочу, чтобы эта игра была популярной, а не Майнкрафт. Поверите или нет, Майнкрафт до сих пор популярен.